Я к нему после боя подошел, так в шутку говорю, Магомед, да откуда у тебя силы-то? Я такого за руку трогаю, говорю, ты такой щуплый, маленький. Как ты, говорю, ушвыряешь? Он говорит, а я вырос в высокогорном селении, вот, и у него от природы очень хорошие данные по физике, он очень сильный. Он говорит, что я могу поднимать веса в два раза тяжелее себя, штангу-становую тягу, допустим, делать. То есть это, в этом плане он абсолютно самородок, физически очень сильный от природы человек, ну, плюс, конечно, упорные тренировки. Поэтому перспективы у него самые хорошие, если все правильно будет делать.